добро всегда возвращается. Мы часто слышим эту красивую фразу, но, как правило, не воспринимаем ее всерьез. И действительно, ведь невозможно сказать, когда, как и в каком виде оно вернется. И вернется ли вообще? Но что, если это было бы возможно? Что, если бы вы точно знали, что, занимаясь, к примеру, благотворительностью, спустя некоторое время вы сами начнете получать ощутимую материальную выгоду? Согласитесь, с такой мотивацией и вы сами, и миллионы людей вокруг начали бы с удовольствием отправлять средства на благотворительность. И это было бы великолепно. Вы удивитесь, но сегодня это уже работает. Тысячи людей по всему миру уже участвуют в специальной стимулирующей программе «Благотворительный марафон» и не просто сами занимаются благотворительностью, но и регулярно получают за это весомые денежные вознаграждения. Это стало возможным благодаря интеграции в процесс благотворительности многоуровневой реферальной программы с автоматически заполняемой партнерской структурой. Смотрите, как это работает. Присоединяясь к благотворительному марафону, вы совершаете небольшое пожертвование на сумму $35 в Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром и занимаете место в общей реферальной структуре, следуя за пригласившим вас участником. Благодаря вашему пожертвованию, тяжело больные дети получают необходимую им помощь. А команда участников, занимающих 10 вышестоящих мест в структуре марафона, денежные вознаграждения за помощь в привлечении средств на благотворительность. Каждый день к марафону присоединяются новые участники, снова и снова совершая благотворительные пожертвования и заполняя тем самым общую реферальную структуру. Часть из них автоматически попадает под ваше место, даже несмотря на то, что вы не приглашали их лично. По мере того, как структура под вашим местом заполняется местами других участников, вы получаете денежные вознаграждения. А именно, каждый раз, когда кто-либо из участников марафона на любом из 10 уровней под вашим местом совершает благотворительное пожертвование, вы получаете вознаграждение за помощь в сборе средств на благотворительность. По $1 от пожертвований с 1 по 4 уровень. По $2 от пожертвований с 5 по 7 уровень. По $3 от пожертвований с 8 по 10 уровень. Чем дольше вы непрерывно участвуете в марафоне, тем быстрее и больше заполняется ваша структура. При заполнении всех 10 уровней сумма ваших вознаграждений достигнет $5854. А объем благотворительных пожертвований от участников вашей структуры составит $71 610. При этом речь идет лишь про одно ваше место. В реальности же вы можете активировать себе столько мест в марафоне, сколько захотите, и получать в несколько раз больше вознаграждений за вашу помощь в сборе средств на благотворительность. Для поддержания активности своих мест и права на получение вознаграждений все участники марафона совершают благотворительные пожертвования ежеквартально, то есть раз в 3 месяца. Благодаря этому поток благотворительности постоянно возобновляется, а вы снова и снова получаете за это денежные вознаграждения. А если вы не ограничиваетесь простым ожиданием и лично приглашаете в проект новых участников, то дополнительно получаете по $3 каждый раз, когда они активируют и ежеквартально продлевают активность своих мест в марафоне. Чем активнее вы и ваши партнеры по команде приглашаете новых участников, тем быстрее заполняется ваша общая структура в марафоне, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность, за что вы с каждым разом получаете все больше и больше заслуженных вознаграждений. Станьте участником благотворительного марафона прямо сейчас. Окажите помощь тяжело больным детям и убедитесь на собственном примере в том, что добро отныне действительно возвращается.